Несмотря на холодный октябрьский ветер, на стадионе «Текстильщик» в четверг вечером было по-настоящему жарко. На своем поле наша команда принимала питерский футбольный клуб «Русь». По сложившейся уже традиции, ивановцы забили быстрый гол. Но на этом решили не останавливаться. И уже на 25-й минуте встречи второй мяч с легкой руки, а точнее ноги Анзора Саная, оказался в сетке ворот соперника. Оставшееся игровое время голов забито не было. В основном благодаря нашему вратарю Андрею Романову. Гостям так и не удалось распечатать ворота ивановцев. Итог встречи 2-0 в пользу «Текстильщика». Автор быстрого гола Иван Лукьянов, несмотря на победу, к которой он причастен как никто другой, остался не совсем доволен собой. Свою игру оцениваю плохо. Много мячей потерял. Мог бы сыграть намного лучше. Слава богу, что выиграли. Главная победа. Дмитрий Парфенов также усмотрел в игре своих подопечных определенные недочеты. Было много ошибок в плане техническом, брака много было. Мяч не контролировали, но тем не менее реализовали моменты и выиграли игру. Надо исправлять ошибки, посмотрим, разберем спокойно и готовимся дальше к следующему сопернику. А следующим соперником «Текстильщиков» в последнем в этом календарном году матче станет футбольный клуб «Север». С ним ивановцы сразятся уже в это воскресенье на нашем стадионе в 17:00. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.